Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбабай. И сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием Manifold Garden. Это игра-головоломка, которая вышла 20 октября прошлого года, где мы с вами откроем гравитацию заново и исследуем эшеровский мир, наполненный возможными строениями. Был такой нидерландский художник-график Маурец Корнелис Эшер, который создавал очень интересные картины. Если вам интересно, я оставлю ссылочку в описании, про него можете почитать. Ну, а это такая головоломка. У нас с вами будет такой первый взгляд на нее. Посмотрим. Поехали. Не забывайте, ребят, ставить свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых серий. Ну, мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Новая игра. Пустой слот. И вперед. Такс. Перемещение на ВСД и с помощью мышки, да? Хорошо. Ага. Так. А могу я заново-то вернуться? Да, смотри, могу. Ага. Открыли проход. Зачем? Ок. Поехали дальше. Так, зелененький есть. Желтый пока закрыт. Надо как-то попасть сюда. Соответственно, надо будет идти к зеленому. Отлично. Зеленый есть. Нажимаем. А, его надо будет двигать. Хорошо. Красный есть. Так, мне, по идее, нужен тогда, получается, желтый. Желтый ставим сюда. Отлично, проход открыт. Пока все это легко. Но надо внимательно смотреть. Так. Поменяли пространство. Есть зеленый проход. Хорошо. Так, я вижу синий. Так, отлично. Теперь нам нужен красный. Красный у нас... Ой-ой-ой, как было больно. Так. Идем сюда. Меняем. Так, следующее. Прыгаем. Ставим. Есть, открылся проход. Хорошо. Пошли дальше. Так. Здесь не пройти. Очередная загадка у нас тут находится. Так, ну тут пока, в принципе, все просто. Просто меняем сюда. Красный проход открыли. Так, синий куб, понятно. Ага, так не получится. Хорошо. Так, подожди, может тогда поставить пока тебя сюда, зеленый. Идем сюда.
Отлично. Хорошо. О, целое дерево. Так, ну и как тебе тут правильно собирать? Так, а это зачем туда? Высоковато, конечно. Так, пройдем вокруг, посмотрим, может, что тут есть. Такс. Надо теперь каким-то образом попасть сюда, что ли? Ну-ка, ну-ка, посмотрим, к чему это приведет. Прыжок веры. Да ладно. Я, получается, обратно вернулся в то же самое место. Так, интересно. Интересно. Так, сверху ничего у нас тут не происходит. Да вроде нет. Ну, скорее всего, надо попасть только туда, получается. Так, зеленый, зеленый, зеленый. Я запутался, мне куда? Не сюда. Так. А, так. Ёшки-матрёшки, ну понятно. И как мне туда попасть? Так. А могу просто прыгнуть туда, да и все. Правильно, это же нормально. Нормально. Вроде нормально. Так. Ага. Не так-то просто это оказалось. Ну, допустим. А, хорошо, давай пока сюда. Не, я тогда падаю так. Я просто запутался, куда мне надо идти. Сюда, что ли, как-то попасть? Тут реально голову сломаешь. Куда что? Как попасть? Туда не просто попасть. Допустим, сюда, сюда. А потом как попасть? Так, так, так.
Могу я просто попасть сюда прям? О, как-то смог. Вопрос теперь мне куда? Мне надо, по идее-то, на синюю надо было. Ну да, мне нужен был синий, а я, получается, пошел не так. Тут хоть поднимайся, хоть не поднимайся, в итоге ты окажешься все равно в одном и том же месте. Ну да, он, получается, находится на какой-то площадке, но снизу. Надо как-то перевернуться. Наверное, вот так можно сделать, да, и таким образом попаду в синюю. Да, смотри, отлично, я попал в синюю. Давай искать. Как же высоко-то получается. Ну я правильно пришел. Мне нужна синяя как раз полоса. Только вот где эта платформа? Ой, я только поднимаюсь. Ничего себе. Долго же я шел. Вот она где. Ух ты, ё-моё. Ну, главное, что нашли. Мне тоже самое главное, осталось только до неё дойти. Не понял сейчас. Может быть, мне просто прыгнуть, да и все. О, ну ладно. Давай, 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 давай. Опа. Хорошо. А что я сделаю без куба? Скажите мне, пожалуйста. Я еще должен был с кубом идти, серьезно? Ё-моё. Да. Тогда это проблема. Большая такая, жирная проблема. Так, где был синий куб? Я тут уже запутался капитально. Вот. Меняет все виды, блин. Так, где это была площадка? Площадка была там, да? Вот площадка. Я, получается, вот там ее видел. То есть куб находится там. Как попасть туда? Как-то так, сюда, 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 сюда. Вот получается дерево, да? Вроде как оно. Так, ну тут ничего нету. А, во, понятно. Так, допустим, я вроде как бы вернулся. Да. Но мне бы его туда
как-нибудь переправить. А я могу только его поставить. Это жесть. Это реально жесть. Это очень сложно его туда переправить как-то. Это надо такое иметь понятие, как переправляться. Может просто пытаться скинуться вниз, да и все. Опять-таки совершить такой прыжок веры. Вместе с кубом вон туда. Вот и все. Вроде казалось, что сложно, а на самом деле оказалось совсем все легко. Офигеть. Мы внутри какой-то башни. Это головоломка, взрыв мозга. Так. Мне просто может прыгнуть, да и все. Давай. Отлично. Нормально. Так. Что вот это? Надо каким-то образом подать. Ой-ой-ой, в смысле? Я ж хотел поменять. Вроде все нормально было. Что-то не захотел. Давай еще разочек. Да не сюда же. Ой, я запутался. Я запутался. Мне вот сюда надо. А, все нормально. Ну, что-то не идешь-то, ну. Ну. Меняй, пожалуйста. Вот. Спасибо. И... Что-то он не хочет. Что-то он совсем не хочет. Ну, давай пока сюда пойдем, что-то пока не очень понятно. Такс. Желтая сторона, сюда нужен желтый куб, да? Пока давай тогда использовать тебя. Есть дверь. Так, меняемся. Оранжевый. Зеленый. Идем дальше. Так, фиолетовый. Фиолетовый. Куда тебя вставлять, фиолетовый? Это желтый. А куда ставить фиолетовый? Вопрос. Так, ну допустим, желтый я вижу. Может быть, желтый получается. Надо поставить так, чтобы он. И как? Просто если я сейчас перевернусь, он упадет. Правильно? Это же логично. Нет, не упал.
Ага. Ха-ха. И как? Сейчас переворачиваюсь, он падает. Я реально должен так его тащить? Это ж пипец, как неудобно-то. Неужели нет никакой другой подсказки? А, так тут на целую это по... А, не, подожди. Только одним получается. О, как это, конечно, да, сложновато. Ну, поехали. Других вариантов я не вижу. Просто я смогу потом дальше тогда дотянуться. Вроде дотягиваюсь. Может быть, дотянусь уже здесь? О, отлично. Открылся проход. Так. Ё-моё. Ну, падаем. Других вариантов нет. Так. Я так полагаю, потребуется еще один. Вот сюда. Лазер есть. Хорошо. Переходим на синюю. Нам теперь надо, получается, в ту комнату пойти. Или мы здесь не пройдем? А, мы, наверное, бы здесь бы не прошли, скорее всего, да? Сейчас просто глянем. Но, скорее всего, так оно и есть. Ну нет, нормально все. Пока нормально. Так. Следующий лазер, получается, требуется зеленый. Ну, давайте решать загадки с зеленым лазером. Так, это все пока легко. В принципе, все это дело повторяется, да? Так, теперь красный требуется куб. Красный у нас вот здесь. Зачем желтый тогда? Я бы просто не достал, получается, что ли, так? Так, где? Ага. Ха. Ай, как мне это поставить? Просто сейчас сделаю красный, то он упадет у меня. Упадет вниз. Да. Сейчас застанешь? О, отлично. Промазал. Так.
Мы еще пока к дереву не вышли. Здесь опять требуется красный. Здесь два синих куба. Даже три. А как мне их срывать, эти три? Красный я вижу, как сорвать. Но не понимаю, как его поставить. Так, ладно, пока бросай. Может быть, типа поставить пирамиду из трех синих? Вот здесь сверху. Ну-ка, ну-ка. Как вариант. Ну, попробуем поставить. Так, с помощью шифта можно бегать. Чтобы быстрее. Ну, давай, допустим, поставим тебя сюда. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот, хорошо. Так, ну и третий. Вроде всего три получается, да? Да, их три. Хорошо, хорошо. Прям такая загадка-загадка. Так, допустим. Теперь мне надо к красному попасть. Идем к красному. Так, а если я его так поставлю? Не сюда. Ну, допустим. Так, подожди. Что-то я что-то запутался. Что я хотел? У меня красный упадет сюда, и смысл. Ну, не знаю, пока давай менять. Да он нифига не падает. Мне надо как-то красный перетащить сюда. А как это сделать, если только красный вот так работает? По вот этому низу. Как это сделать? Вот это вопрос. Может быть, типа... Не, ну типа лесенки не получится. Ну-ка, подожди, давай еще разочек. Что-то как-то сложновато пока. Может быть, типа, не знаю, лестница реально какой-то? Допустим. Так, но я-то прыгать не могу. Мне-то как залезть?
Ой-ой-ой, не туда. Подожди. Реально, а мне-то как попасть? На ту сторону. Вот так, что ли? Ух, вот это, конечно, была загадка. Посмотрим, что будет за дерево. Ну, очередное дерево, да. А, тут, в принципе, легко получается. Загадки с деревом нет. Ладно, хорошо. Ну, та была сложная, конечно, загадка, да. Зеленый лазер. Надо теперь туда идти. Ой-ой-ой, зачем? Зачем, зачем, зачем? Верни зеленый мне. Верни мне зеленый. Спасибо. Я нажимаю пробел, думаю, прыгнуть хочу. А он же не прыгает. Прыгать-то он не умеет. Так, теперь получается красный. Ну, понеслась. Сейчас, получается, запустим третий лазер и, в принципе, будем сегодня заканчивать. Так, пока все легко. Так, это оранжевый. Ой-ой-ой. Ага. Так, хорошо. Желтый. Ну, это примерно как-то вот так. Так, понеслась. Так, зеленый. Подожди, а как тогда мне сделать так, чтобы зеленый сработал? Вот те раз. А, красных два. А, ну красный, в принципе, это не проблема, да? Да, это сюда. А это, получается, сюда как-то поставить надо. Вопрос, достану ли я? Не, не достаю. Эх, чуть-чуть, да? Так, нормально. Нет, сюда не надо. Вернись. Вернись. А, подожди, не все правильно. Сначала на кр... А, нет, а подожди, а как тогда мне...
Ха. Если только как-то вот так вот, чтобы он не упал. Ну и смысл. Нет, тут, наверное, надо будет использовать два красных пока. Скорее всего, так и да. Надо будет использовать два красных. Так, сюда. Ниже сюда. Пошли к зеленому. Так, поставишь? Поставит. Теперь красный. Так, теперь мне нужен зеленый. Отлично. И теперь красный только. Так, ну это вроде полегче было. Ну и по идее должны сейчас выйти уже к лазеру. Ну да. Так. Где вы? Все, все три лазера запущены. Ох. Чего мне? Куда идти? Ну, пошли. Что-то, наверное, произошло. Как интересно. Что мы в итоге там открыли? У нас получается вообще другое измерение теперь. Ой-ой-ой. Это будет тьма. Не очень хорошее название. Мне куда идти? Сюда с этой тьмой? Не очень понимаю, зачем я это выдрал. А уже все, да? Чего вырвал, непонятно. Ладно, вот такая вот, в принципе, игра. Кого я заинтересует, то ссылочка на игру в Steam будет в описании под видео. Ну, на сегодня все, ребята. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.